В парке Наташинские пруды проходит масштабная реконструкция. Результатом проводимых работ станет комфортная, современная и безопасная зона отдыха. На каком этапе благоустройства одного из самых популярных парков округа, расскажет Луиза Егиазарян. Излюбленное место отдыха в любое время года. На данный момент некоторые участки Наташинского парка закрыты для прогулок, но временные неудобства того стоят. Совсем скоро эта территория преобразится и примет новый облик. Сейчас основные работы проводят вокруг водоемов. В данный момент производится демонтаж основания, подготовка земляного полотна под устройство. Основание непосредственно песок, щебень, бетон, тротуарная плитка. Это в районе 4000 квадратных метров первая захватка. Устройство кабельной линии – это сила и закладка наружного освещения. Новые комфортные пешеходные дорожки, освещение, камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы – все это входит в первый этап благоустройства парка. Сейчас на объекте трудится более 20 человек. Мы вошли в областную программу «Парки Подмосковья», где вот первый этап – это все, что касается вот прудов. Эти пруды будут закольцованы такими прогулочными дорожками, а впоследствии уйдем дальше в парк, где будет полностью обновлена вся тропиночная сеть, будут обновлены полностью все, что касается детских игровых площадок, спортивных площадок. По проекту первый этап масштабной реконструкции должны завершить к 1 октября, но представители подрядной организации обещают справиться раньше, сделать подарок ко дню города. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.